Так, ребят, нам сегодня с вами понадобится лист бумаги А4 и ножницы. Мы будем делать звездочки, вот такие маленькие, они объемные. Обычно ими наполняют какие-то вазы для декора. В них какие-то картинки еще выкладывают. Они такие маленькие. Итак, сначала нам с вами лист А4 надо нарезать на полосочки. Отрезаем где-то по 1 сантиметру. Можно отмерить по линейке, отрезать по линейке, можно делать на глаз. То есть мы весь, ну, почти весь лист разрезаем на маленькие полосочки. Для начала я покажу на одной полосочке, мы сделаем вместе с вами, а потом дальше уже будем. А надо весь лист сделать? Пока что будет достаточно одной полосочки, чтобы просто запомнить алгоритм. Резать в длину или в ширину? В длину. То есть вот так. Ага. А какого размера полосочки должны быть? Как это узнать? 1 сантиметр ширина. Во всю длину и ширина 1 сантиметр. Я хотела спросить, а если я начала делать все неправильно? Это как понять все неправильно? Что именно ты сделала? Просто сделала не в том направлении. Именно. Ну, ты же не весь лист уже сделала в ширину. Ну, а можешь тогда делаем? Делать. А, ребят, мы с вами делаем звездочку. А, сначала нам надо нарезать наш листик в длину на полосочки по 1 сантиметру. Для начала будет достаточно одной, чтобы запомнить алгоритм, а дальше уже будем делать дальше. Даша, 15 на 15, хорошо? Да, нам сегодня нужен А4, нам нужен не квадрат. Ха, ну ладно. Ребят, когда вы, ну, нарежете одну или две полосочки где-то так, то скажите, чтобы я могла уже вам рассказывать. Как делать? Мы сделали. Я тоже. Ну, пока мы ждем остальных, в принципе, вы можете дальше сделать. Пока а я сделала одну полоску, да? Одну-две пока что нам для начала хватит. А дальше мы уже делать будем сами по возможности. Я все. Хорошо. Я нарезала полосочки. Даша, вдоль листа резать А4, да? Или поперек? По длине. Вот так. По длине. Спасибо. Надо две полосочки. Нам надо пока что для начала две. Дальше мы уже будем делать самостоятельно по возможности. Вот, у меня пока что для начала 3 полосочки. И, ну, пока что мне хватит. Я вам буду объяснять, мне пока что 3 полосочки хватит. А дальше, когда уже все поймут, я буду делать вместе с вами. Кто уже сделал, ребят, вы пока что можете дальше делать полосочки. Отчитайте, пожалуйста, только одну надо сделать полоску. Дальше мы будем делать весь лист. Ну, как хватит по времени. Сначала надо сделать одну полоску, а дальше уже несколько. А дальше мы будем весь лист разрезать. Нам нужна и третья. Полосочки. Только полоски вырезать, да, больше ничего. Да, вот такие полосочки по 1 сантиметру.
Для начала нам надо немного. 2-3 штучки хватит. Хорошо. А дальше мы уже будем делать. Две нормально, говорится, для начала. Да, для начала нам 2 хватит. А если делать из белой бумаги, нормально все будет? Ну да. Знаете, ну, это будет зависеть только от цвета звездочки. Допустим, у меня оранжевая бумага, оранжевая звезда. У вас будет, ну, белая бумага, естественно, белая звезда. А одностороннюю бумагу можно использовать? Ну, то есть цветную, но у нее одна сторона остается белой. Да, можно. Нам нужна бумага. У тебя это картонная какая-то бумага. Желтая нужна. Вот это, по-моему, тонкая. Вот, смотри, как яркий цвет. Так, ребят, все вырезали уже по хотя бы по одной полосочке. Вот она, понимаешь. Хотя бы по одной. Все вырезали. Я уже много полосочек. У меня 3. Итак, ребят, давайте сейчас я, в принципе, расскажу алгоритм, как это делать, а потом мы уже будем делать по мере возможности самостоятельно. Итак, берем одну полосочку. Подождите. Я взяла... Вот. Нет. Ребят, не забывайте еще, пожалуйста, выключать ваши микрофоны, потому что у нас тут звук будет лишний. Итак, мы берем, накручиваем так на пальчик петелькой. То есть вот так. Как будто собираемся узелочек завязать. Сделала. Вот так. У всех получился такой узелок? Да. А теперь смотрите, мы его уменьшаем, уменьшаем, уменьшаем. Подождите, пожалуйста, я еще не успел сделать узелок. Вот так нам вот нужно... пальцем немножко подтягиваем. Нам нужно сделать узелок? Да, только смотрите, мы подтягиваем, у нас получается вот так. То есть я его подтянула. И он получился вот такой. Скажите, пожалуйста, еще раз, как сделать этот узелок. Надо его развязать. А это кто показывает? Марина. Смотрите, ребят. Да, смотри, у тебя, кстати, правильно. Ага, Дарья тоже хорошо. Правильно. Юля, у тебя не совсем правильно. Сейчас я еще раз объясню. Смотрите, ребят, мы накручиваем вот так на пальчик, как будто петелькой. И хвостик вот этот вовнутрь. У меня ничего не получилось. У меня получилось. Смотрите, ребят, если у вас не получается, возьмите, чтобы хвостик был побольше. Мы его потом завернем. То есть вот. Я вот так вот сделала петельку. Теперь ее пальчиком вот так вот немножко сдвигаем, стягиваем вот так, чтобы она получалась ровненькая. А сколько раз надо накрутить это на палец? Ну, как будто, смотри, как будто ты просто завязываешь узелок. Ну, а нужно нажать сюда. Она у нас такая вот плоская. Петелька. Вот такая. Да. Чем вот этот хвостик, вот этот короткий, чем он короче, тем лучше. Вам будет так удобней. Ладно, но отрезать не надо. У меня правильно. А, смотри, да, только теперь ее еще надо вот так сплющить, чтобы она плоская была. Вот так, да, надо, Дарья, говорить, что она слёгкая. Да, у тебя вот правильно. Мне вас не видно. Я вот она, Даша.
Да, Валя, и я не помню твое имя. Мальчик сейчас показывал. У тебя тоже правильно. Правильно? Да, Даша, у тебя правильно. Итак, когда вы уже сделали ваш узелочек, не забываем, что он у нас плоский. Пока что. Потом мы это сделаем. Потом мы берем и вот так вот закручиваем. У меня все порвалось. Начни заново. Как закрутить? Просто ты его закручиваешь вовнутрь. Закладываешь вовнутрь, и что у тебя торчит, отрезаешь. Вот, я его сюда завернула и отрезала. У нас остается такой длинный конец в одной стороне. Да. Правильно? Сейчас, это кто показывает? Марина. Угу, правильно. Мне правильно? Покажи, пожалуйста, еще раз. Я не очень поняла. Тебе просто надо вот этот вот хвостик, который у тебя вот так в сторону торчит. Вот это? Загнуть его вовнутрь, да, короткий. Внутрь? Да, и то, что у тебя торчит, мы уходим. Да, короче, отрезать. Я ухожу. Я только что представляю, что надо делать. Я ухожу. Можете, пожалуйста, объяснить, что делать? Я только что пришла. Тебе надо отрезать от листа полосочку. Я ухожу. Так. А как завернуть ее? Не успел посмотреть. Ребят, вот этот хвостик мы просто закладываем вовнутрь. А, понял, чтобы вообще... Даша, а мне правильно? Да. Сейчас я увидел. Вот так должно быть, Даша. Это кто? Ага. Она серьезно. Да, правильно. А у меня правильно? Говорит, Закоскина Юля. Даша, у меня правильно? Да, Юля, у тебя правильно. У меня что-то не получалось. Эмилия, у тебя тоже правильно. Эту штучку торчащую нужно отрезать? Да, которая у вас торчит, ее надо отрезать. Нет, вообще ничего не получилось. Нет, в этом коридоре ты делала. Ты получил что-то? Смотри. А что делать будем? Вот это тебе, да? Ребята, еще, пожалуйста, не забывайте выключать микрофоны, потому что у нас шумно становится. Вот так у нас должно получиться. И теперь смотрите, вот этот кончик длинный, который торчит, мы его берем и накручиваем. Ребят, пожалуйста, выключайте микрофоны, потому что у нас шумно становится. Смотрите, вот у нас была звездочка, и мы ее начинаем вот так вот накручивать. Вот так, вот этот вот хвостик мы накручиваем на разные стороны. То есть, допустим, сначала на левую, потом на правую, потом на низ. И так вот просто крутим вот этот конец по всей звездочке, чтобы этот конец закончился. Ну, смотрите там, чтобы было примерно одинаково. Я не поняла. Я правильно сделала? Ребят, вам надо конец, который у вас длинный, накрутить на звездочку,
чтобы остался вот такой конец. То есть я просто накручивала на разные стороны. Допустим, сначала вправо, потом влево. Ну, вот такими вот. Я правильно сделала? Пробую. Вот. Можно спросить? Да. Я правильно сделала? Смотрите. А это кто спрашивает? Евангелие. Можешь еще раз показать? Вот. Да, хорошо. Вот так. Ребят, смотрите, быть. Я сейчас еще раз показываю. Можно да, спросить? И смотрите, только потуже, чтобы она была такая более-менее собранная. Смотрите, мы берем, начинаем вот так вот сюда. Я вот не поняла. Просто ее вот этот вот конец накручиваем. Как его накрутить? Ну, как-то нитки. Не знаю, как тебе еще объяснить-то нитки. Вот так? Ну, знаешь, нитки вот так вот накручивают. Вот так? Да, только смотри, в разные стороны. Ты сначала то вверх накрутила, то влево, то вправо. Так. Смотри там, чтобы каждая сторона была равномерная по размеру. А то, допустим, одна будет сторона толстая, другая тоненькая. Так. И мы должны прийти к вот такому концу, чтобы он оставался такой маленький. Мы его немножко подрезаем. Слегка, чтобы вот он так не был совсем карандашом. Вот такой примерно. И заправляем. У нас, то есть, вот здесь вот должно быть два вот таких вот разъема. То есть, вот так идет и вот так. И мы я туда как в кармашек закладываем его. Хорошо, у меня только два уголочка. У меня получилось два уголочка, а дальше как-то не получается. У меня правильно. Вот, я вот так его завернула. У нас получился вот такой вот пятиугольник. А у меня не пятиугольник. Можно спросить? Юля, у тебя правильно, молодец. Да, у тебя правильно получилось. А как звездочку сделать? Я правильно сделал. Ну, когда у вас получилось уже вот так, то есть вы берете вот так вот на бока, нажимаете пальцами. Вот сюда, посерединке нажали. И так на каждую сторону нажимаем пальцем, и она становится такая объемная. Можно спросить? Да. Я это еще не сделала, не запихнула вот этот конец, что торчит. Ее куда нужно запихивать? Как сделать звездочку? Что значит, в каком смысле сделать звездочку? Типа, сначала должен получиться пятиугольник, потом мы нажимаем на края, и он становится вот таким вот объемным. Вот так. У меня не получилось почему-то. Что наша... Так у вас должно получиться. Да, а вот мы вот так сделали, вот дальше там надо просто его вот так накручивать как-то, вот так. Да, на разные вот эти боковинки мы накручиваем его. Сейчас я сделаю накрутил, следующую, вам покажу. Ты накрутил. Потом я там надавил, а вот накрутил. Сейчас накрутил. Даша, можешь повторить, пожалуйста, момент закручивания, а то у меня как-то не получается. Я на ну, то есть это уже доделала. Даша, у меня получилось вот так. Вот, теперь ты вот этот вот уголочек заправляешь вовнутрь. Смотрите, вот я сделала вот эту звездочку.
которая, ну, от которой еще полосочка вот идет. Мы ее берем. Вот сюда. Смотрите, ребят, я показываю. Вот, на эту сторону. Потом, допустим, на правую сторону. Это куда засунуть? Мне должны по кругу делать. Я уже миллиард раз пытаюсь, у меня все равно ничего не выходит. Чего сидишь? Я не знаю, как сделать. Так спроси. Так я спрашиваю. Девочки, кто тут ведущий? Подскажите, пожалуйста, что тут делать? 5 раз уже вас спрашивает, вас не слышно. Никто не отвечает. Я спрашиваю, что именно непонятно. Он меня спрашивает, как сделать звездочку. Я объяснила, как сделать звездочку. Что не, именно непонятно. Ну, в смысле, непонятно? Вот из бумажки. Как сделать то, что вы первоначально делали? Как сделать из бумажки то, что вы первоначально делали? Хорошо, у меня правильно. Да, правильно. Тебе надо ее накрутить. Сейчас я размотаю. Вот. У тебя сейчас так идет полосочка. Да. Ты берешь и начинаешь ее наматывать на... На правую накрутила, потом на левую, вот так вот, кверху, потом к низу, опять на другую сторону. И так делаешь, пока у тебя не останется маленький конец. А как там было с самого начала? Просто свободный лист? Свободный конец или как? Сначала у нас был пятиконечник. И от него полосочка. А пятиконечник как сделать? Он у нее вроде бы уже сделан. Нет, вот, я показываю, что тут ничего не сделано. Сейчас. Вот, обычная полоска. Да, обычная полоска. Наматываем на палец. Как будто завязываем узелочек. Вот. Потом пальцами немножко подтягиваем. Нет, нет. Со всех сторон. Смотрите, правильно? Вот, я подтянула. Это было с самого начала. Я не могу это сделать. Не такой должен был быть короткий. Длину его надо было резать. Это с самого начала. Вот, я уже следующее делаю. Показываю. Накручиваем на разные стороны. Остался маленький конец. Заправляем его. Ну сколько? Одну. Вот. Получается такой пятиконечник. Да, пяти. Потом мы берем и пальчиком нажимаем на краешек. Чтобы она стала объемная. Я правильно сделал. Да, правильно. Молодец. И так надо сделать со всеми полосочками. А, понял. То есть делаются они все одинаково. Это просто, чтобы их было много. Даша, молодец, очень хорошо объясняешь. Просто сегодня очень мелкие штуки. А после этого надо делать? Тебе надо вот так вот убрать. Вот так вот берешь пальчик, снимаешь.
А звезду побольше можно сделать? Можно. Насколько тогда эту полосочку надо? Ну, допустим, она была 1 сантиметр, ну, можно взять 2 или 3. Ну, если прям гигантскую, то можно и, в принципе, и весь лист сделать. А, ну, ее просто длины не хватит, если весь лист его надо будет отрезать. После того, как вы сделали пятиконечник, вот он, вы берете вот так вот пальчиком, нажимаете на серединку. Еще раз. И так на каждую. Потом так вот немножко пальчиками равняете, и должна получиться такая объемная звездочка. Таких должно быть много. Даша, у меня не получается. Что именно у тебя не получается? Не получается сделать эти штучки. Эти ямочки. Звездочка портится просто, если я это делаю. Вот. Ну, можешь попробовать. Что можно попробовать? Можно... Может быть, сейчас, 20 штук или 30. Потом, ну, когда уже кто понял, как делать звездочки, сделает много, можно взять какую-нибудь маленькую вазочку или мисочку какую-нибудь и туда их засыпать по цветам. Будет красиво. Ну вот, Даша, смотри, у меня не до... Ну, вот, я сделала тут 2 краешка. Я просто беру вот так вот пальцем, нажимаю, и она становится такая более объемная. И с каждым разом становится более похожа на звезду. Вот так. Она у меня вообще не похожа на звезду. Вот такие. У меня не получается.
Ну как? Хорошо. Ну, в принципе, для первого раза хорошо получилось. Если попробовать там еще разочек, то будет с каждым разом все лучше и лучше, так что... У меня в первом разе, то есть, когда я делала первый раз, у меня получилась ямочка. То есть, одна сторона выпуклая, а в другой стороне ямочка. Не трогай. Почему нужно? Нужно. Испортится. Она не лезет. Классная. Ну, все получилось. Замечательно. На дерево ее можно куда-то. Ребят, все поняли, как делать звездочку? Да. Хорошо. Кто сколько сделал? Я сделала 3. Угу. Хорошо. Я 1 доделываю. Даша! Можешь, пожалуйста, еще раз показать, как сделать ее? Ну, Даша уже стала показывать. А у меня осталось 5. У меня осталось 5 полосок, чтобы сделать звездочек. Говорит, вот на йоге. Даша, тебе показать ты забыла или не поняла? Я просто забыла, как сделать. Угу. Ну, делаешь петельку. Немножко стягиваешь. Точнее, немножко. Ты можешь петельку делать, помогать. Где делать петельку? Петельку. А, узелок. Вот так вот. Подтягиваем. Должна получиться такая штучка. Подожди, может быть, в другую сторону узел? Нет, узел. Но узел по-разному так можно надо, сделать. Так надо. Да. Может, она вовнутрь хочет. Мне кажется, вовнутрь. Как угодно. Так. И что потом? А, вот она. Ага. А потом что? Заворачиваешь уголочек, чтобы не мешался, который короткий. С одной стороны короткий, да, он получился? Да. Так? Да, его надо загнуть вовнутрь и что торчит, отрезать. То есть вот он у меня торчал, я его загнула вовнутрь, да. Что торчит от ага. Ну
Засунь сюда. Дальше мы берем длинный краешек. Подожди. И начинаем наматывать по всей звездочке. Наматываем, допустим, сначала на верхнюю, потом та, которая ближе к правой. И так на все стороны наматываем, чтобы она становилась толще. Значит, на другую сторону надо было узел делать. Нет, смотри, оно все развернулось. Значит, на другую сторону надо делать узел. Даша, подожди, узел надо было в другую сторону сделать. Я разноцветные звездочки. Так, ну-ка сделай, а то что-то он... Вот, я ну-ка тебе. И конец, который у вас в конце остался, мы заправляем вовнутрь. Получается такой пятиугольник. И потом начинаем нажимать на краешки, чтобы она стала объемной. Звездочка. Вот. Нажимаем пальцем сюда. Да, это я помню уже. После узлов я знаю, что делать. Это не то. Это посмотрела за дорогу. Да, но после этого я знаю, что делать. Перед этим надо ровненько сделать. Вот этого, чтобы не было. В итоге должна получиться вот такая звездочка объемная. Маленькая. И таких надо сделать много. У меня, допустим, их 4. А если делать эту бумажку подлиннее? Сюда. А как ты ее сделаешь подлиннее? Ну, точнее, пошире. Я тебе помогу. То будет звездочка больше. Допустим, вот это у меня меньше 1 сантиметра, а вот это больше. Понятно. Будет она больше. Посмотрите у меня, какая звездочка горит за Госпина Юля. Вот. Ага, у тебя правильно, молодец. Картелочку вырезаем. Я так вот посмотрю. Вот. Здесь не надо убирать. Здесь так. Картелочку убираем. Левой рукой дальше нет. Оп. Вот. Теперь намазываем вот так вот по всем сторонам. Наматываем именно или вкладываем? Наматываем. Даша, вот у меня как у тебя в первый раз. С одной стороны яма, с другой стороны выпуклая. Что с этим делать? Я тоже попробую, Даш. Все ты сделала. Ты уже ничего не сделать, когда выпуклая. Лучше. А с другой стороны вмятина. Он свою делает, да? Дай мне сделать одну. Да. Могу делать. Просто надо попробовать сделать еще раз. Ладно. Получится получше. Где эти бумаги? У меня самое лучшее – это первое, а не вторая, это мой третья. Хочешь, возьми сиреневый здесь есть. Сиреневый возьми. Или это маленькая будет? Маленькая. Это маленькая, да? Да. Небольшой. Нужно А4. А4 только. Да, только А4. Я возьму вот этот цвет. Там лишнее. Теперь я нагибаю кончик.
Ребят, все поняли, как делать? Да. Хорошо. Значит, у меня, в принципе, на сегодня все. Потом ее клеем, да, наверное, сзади сделать? Или как? Ну, смотрите, обычно из таких звездочек можно их просто делать, а можно взять какую-нибудь вазочку и слоями их засыпать. И будет красиво, в принципе. Можно из них какую-нибудь поделку сделать, то есть одну сторону клеем мажем и вот такими объемными звездочками. Хорошо, у меня не получается сделать. Я завернула, но у меня пятиугольник, а потом меня... Лишнее, когда я пытаюсь завертывать вот этот маленький конец, то у меня получается лишний угол. Попробуй на другую сторону навернуть. Желательно, смотрите, если вы собираетесь какие-то делать картины, ну, то есть выкладывать что-то из звездочек, желательно, чтобы они были одного размера, иначе получается не совсем. Даша, у нее 5 углов, правильно? Да. Ага. Понятно. А в итоге в конце ты как ее? А вот она вложила, да, ее внутрь и все. Да. И потом нажимаем пальцем на бока, и она должна становиться такая объемная. Так, да? Да, правильно. Угу, хорошо. И потом мы просто нажимаем вот на эти вот ребра пальцем, и она должна становиться такая объемная. Конечно, она такая милитысячная, здесь что я даже не знаю, как посмотрим. Итак, ребят, в принципе, у меня на сегодня все. У кого-то есть какие-то еще вопросы? Наверное, надо, чтобы она была побольше, пошире полоску, да, вырезать? Спасибо. Только смотрите, больше, наверное, 5 сантиметров не стоит делать, потому что она будет не совсем длинной для такой ширины. Спасибо. Спасибо, Даша. До свидания. Спасибо, Даша. Все, до свидания. До свидания. Всем спасибо, до свидания. До свидания. До свидания, спасибо за урок. До свидания. Спасибо.